Доброго времени суток, уважаемые подписчики, с вами снова автор канала Сан 105, и сегодня мы продолжаем рубрику декораций. Ладно, не будем сильно натягивать, приступаем к самому видео. Итак, по результатам голосования победил глубинный сланец. Значит, сегодня будут декорации именно из него. Итак, самой первой нашей декорацией будет пушка. Для нее нам понадобится плита из древесины сосны. Далее сюда ставим вот таким вот образом. И также плита из древесины. То есть нам понадобятся ступени и плиты из древесины сосны. Далее сюда ставим люки из дуба. Вот таким вот образом. Сюда полированную стену из глубинного сланца. Продлеваем. И мы получаем вот такую вот пушку. Сюда вы можете поставить черную свечу. Она будет у нас выполнять роль фитиля, так как вы, наверное, знаете, что во многих старых там средневековых пушках есть вот такие вот фитили. Хорошо, идем далее. Для следующей нашей декорации нам понадобится дробленый сланец и немного люков из сосны. Выставляем их вот таким вот образом. Закрываем их. Сюда дробленый сланец. И мы получаем вот такую вот бочку с пушечными ядрами. То есть вы видите, что у глубинного сланца текстура довольно похожа на ядра пушечные. И эти две декорации хорошо сочетаются. Хорошо, двигаемся далее. Декорация чем-то похожая, для этого нам понадобится чуть больше люков из сосны. Выставляем их вот таким вот образом. И далее абсолютно любую руду, заточенную в глубинный сланец. Так, и мы получаем вот такую вот бочку с рудой. Вот таким вот образом эта декорация у нас выглядит. Хорошо, идем далее. Следующим нашим декором будет каменная дорожка. Пробиваем немного блоков. Вот таким вот образом. Желательно в два блока. Далее здесь выбиваем еще немного блоков. И сюда расставляем глубинный сланец. Вот таким вот образом. В перемешку с гладким базальтом, в перемешку с дробленым сланцем. Так как по мне, эти блоки очень даже хорошо сочетаются. Далее давайте вот так поставим. И вот так. Как видите, текстуры у них похожие. Так. И мы получаем вот такую вот дорожку, которую можно применить, допустим, в той же деревне. Ну, у меня это зомби-деревня. Хорошо, идем далее. Для следующей нашей декорации нам понадобится уже резной глубинный сланец. Расставляем его вот таким вот образом. Это ломаем. И далее сюда люки из темного дуба. Вы, наверное, уже догадались, что это за декорация. Далее здесь их также ставим. И далее нам понадобится кнопка из перелённого чернокамня. И мы получаем вот такие вот выдвижные полки. То есть, как видите, текстура также очень даже подходит. Хорошо, идем далее. В Майнкрафте есть вот такой вот капельник. Вы, наверное, его все знаете. Но почему бы нам не сделать глубинный капельник? Итак, для нее нам понадобится полированный глубинный сланец. Далее на него ставим полированную стену из глубинного сланца и железную решетку. И мы получаем вот такой глубинный капельник. Это такая шуточная декорация, но все же я решил ее показать. Так как это у нас будет как заменитель сталактита в каких-то глубоких пещерах. Хорошо, двигаемся далее. Следующим нашим декором будет камин из глубинного сланца. Ставим немного стены из плита глубинного сланца. Вот таким вот образом. Далее сюда кирпичные ступени из глубинного сланца. Такс. И далее сюда мы размещаем кирпичи из глубинного сланца. Так, и здесь уже делаем стену. Во сколько угодно вам блоков. Далее сюда мы размещаем два костра. Так, давайте сделаем лучше ее поглубже. Вот таким вот образом. Далее здесь ломаем немного блоков. И сюда костры. И мы получаем вот такой вот камин. Также, если вы хотите, вы можете дополнить его. Поставить здесь глубинный сланец.
Вот таким вот образом. И также дробленый сланец. И также вы можете взять, допустим, плитки из глубинного сланца. Или же лучше потрескавшийся кирпич из глубинного сланца и также дополнить. Вот таким вот образом. Вот что нам понадобится для следующей декорации. И это у нас будет подобие вазы. Итак, расставляем вот таким вот образом полированные ступени из глубинного сланца. Здесь немного вспомогательных блоков. Вот таким вот образом. Далее это мы ломаем. Здесь ставим полированные ступени глубинного сланца. Здесь заполняем землей с корнями. Далее одну стену из гранита и оставлять немного листвы азалии. Вот таким вот образом. И еще немного листвы цветущей азалии. И мы получаем вот такой вот горшок. Ну или же вазу. Я в данной декорации использовал именно стену из гранита, так как она хорошо смотрится как ствол самого маленького дерева. Хорошо, двигаемся далее. Ну и последней на сегодня нашей декорацией будет сломанная стена. Итак, строим самую обычную стену из... Здесь вот эти обычный кирпич. Теперь обычный кирпич. Так, строим стену из обычного каменного кирпича. Вот таким вот образом. Немного возвышаем ее. Здесь вламываем несколько блоков, сколько вам нужно. Так, и далее вокруг мы заменяем блоки на чернокамень. Давайте я его сейчас возьму. На чернокамень и глубинный сланец. Вот таким вот образом. Такс. И далее нам пригодятся кирпичные ступени из полированного чернокамня. Мы их расставляем вот здесь. Вперемешку с кирпичными ступенями из глубинного сланца. И кирпичными плитами из глубинного сланца. Ну и здесь вы можете раскидать остатки этой стены. И мы получаем вот такую вот проломанную стену. Данная декорация хорошо подойдет для каких-то заброшенных замков. Что ж, ребят, ну а теперь... Видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. С вами был снова Санж. И до новых всем встреч. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. И всем до новых встреч.